Монумент был установлен на курортном проспекте в 2006 году. Бронзовая 7-метровая скульптура стоит на 20-метровой железобетонной колонне. Основанием для нее служит 5-метровый подиум из красного гранита. Архангел в правой руке держит большой меч, а в левой – крест. Для очистки монумента от грязи и пыли специалисты использовали аппарат высокого давления с подогревом воды. Химические средства решили не применять. Водные процедуры для сочинского памятника – это подарок компании. Все работы выполняются безвозмездно. В рамках такой программы были отмыты колоннады на площади Святого Петра в Риме, Бранденбургские ворота в Берлине, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, колоссы Мемнона в Египте и скульптуры американских президентов на горе Рашмор. А еще памятник Юрию Гагарину в Москве и Пушкину в Санкт-Петербурге. Редактор